Мне уже этот, не хочу есть. Стоп, ничего не говори. Даниэль, привет! Люди угорать тебя будут, блин. Я вырезать это не буду. Угу. Пикаскова на льду. Еще нет ледохода. На улице минут 3,5 показывают. Да? Легкий морозец у нас. Всем привет, ребята, девчата. Мы здесь, мы никуда не пропали, а то мне там стали писать. Просто дела, будни, жизнь, суета. Некогда. Вот сегодня выбрались, поехали в Сургут. И немножечко что-нибудь вам скажем, расскажем, покажем. Куда-то узнать вот так. Да, у нас, видите, машина забита. Там где-то у нас доченька сидит. Мы ее замуровали. Надеюсь, там лучше.
уже увидела литр 219 рублей. То есть до этого я видела 169, меня это очень удивило. Думаю, ну раз такая цена есть, значит все будут к ней стремиться. Но уже 219 литр растительного масла. И они нам говорят, что цену на 20% подняли. В три раза, я хочу вам сказать, масло можно было купить за 60, за 70 рублей. Не литр, сейчас, наверное, литровых-то и нету, 0,9. Также люди взяли, ой, хлебопечь, буду печь хлеб. Она 2-3 раза спекли, наверное, ну что она новая абсолютно. Безглютеновой диету, типа это самое все, ну там... И линяться даже не будет. Сложно, конечно. Набросать ингредиенты. Потом уже на автомате все это делается. А что забросил? Ты делаешь, делами сами занимаешься. 10 минут забросил хлеб и да, все. Да, все она сделает и вынуть потом. Только. Даже меньше. Причем можно делать и белый, и ржаной, и со всякими добавками. Там и джем мы делаем иногда, когда да. Летом дешевые сливы привозят. За заморозку покупаем, даже ну, туда и варенье делаем. Сливы, да, вот говорю, дешевые бывают. Яблочно-абрикосовое. Апельсины какой-то. Дешевые, но из них варенье мы не делаем. А, яблоки, да, кстати, сравнила, что дорожали. Последний раз я брала, наверное, по 80, сейчас уже по 100 самые такие сейчас обычные. Сейчас 20 Golden. И полкило варенья готово тебе. Джемика в пиалочку на стол положил, на хлебушек. Маш, это что такое тут? Ну, это камера дальнобойная, радар переносной. Туда снег. Мобильная. Вон сколько снега еще лежит. А что, у нас вот так вот, если в июне месяце в лес зайти, сейчас листья начнут распускаться, они делают тени, не дают таять снегу. И будет он еще и в июне в лесу лежать, этот снег. Что я уже вчера в ветровочке ходила, а сегодня пришлось опять курточку потеплее доставать. Солнышко слепит, выходит солнышко. Спать, наверное, охота. Не сидится нам дома. Появляется свободное время. Так всю зиму. Внимание, контроль скорости. Ограничение скорости. 90 километров в час. Тихосенько. Заправщики посередине, блин.
наша растительность. Сургут, Когалым, Нижневартовск.
снижение скорости 50 км в час. Внимание, камера смотрит в спину. Солнышко прямо светит, как будто тут жара, да? Скажешь, что минус на улице. Кричит. Охрана, домики. Стратегически важный объект. А рядом вот железнодорожный мост. Там вот дальше еще планировался мост строиться. Не знаю, будет ли. Ну, что-то про него опять говорили недавно, где-то я читала. Ну, это как объясная для Сургута, чтобы Сургут разгрузить, чтобы не ехать по этому мосту на Русь. Там, да, в конце Югорского тракта там мост вроде бы должен быть. Проталины он уже есть на реке. Видите, вот, кстати, видно, что еще... Река скована льдом, еще нет ледохода. Ну, где течение, есть только проталины. Вот ну, здесь, только проталины. Здесь вот течение, вот видишь? Вот да, течение. Да, вот оно, я и снимаю эту проталину. Вон она. Контроль скорости. Ограничение скорости. 50 км в час. Камера в спину. Закрывает, конечно. Котельная он шпарит. Даже не одно там еще. А мы поедем его наш где дома, видишь, он большой, что там. Да, да, я по карте посмотрела, что там этот пункт приема. Стационарная камера. Ограничение скорости 50 км. Казалось бы, недалеко, 24 км туда еще ехать, представляешь? 24 км этих домов. Да, ругаля, ничего себе, золотая да. Макулатура. Ну, мы ее похоже. Собачку, смотри, несет на рычках. Вот, смотри, сейчас я за машиной. А, вон он, смотри. Лохматейку несет. Чудо. Ну, если бы знал бы, не поехал бы туда. Ищешь, куда нам дальше? Так, мой дочь теперь у нас не забаррикадированная, макулатуру сдали. Теперь у нас свободненько стало. Чистенько и свободненько. Так, куда мы едем? Выбираем маршрут. Боже, находимся, не знаю где. Сургут растянутый, боже. Это где-то какой-то пруд. Тут новая налево, сейчас полетит камера. Да, ладно, держу. Какой-то никого нет справа. Промзона какая-то. А куда мы сейчас едем? Мне надо в этот самогонную лавку. Самогонная лавка. Сейчас поедем. Люди живут везде. Работают везде. Чем-то занимаются, вошкаются. У яичницы на сале это сильно.
А было как вкусно. Вообще ужас. Так нельзя про еду говорить, которую в себя кладешь. Уже больше не буду такое есть вообще. Я это тебе в следующий раз вспомню, как попросишь. Уже раз сто лет, короче, ешь такое. Так вот уж иногда так хочется. И... Хочется, а вот как поешь, потом тяжесть теперь. Все украинцы. Это мы по Сосновой едем? Нет, Сосновая там параллельно. Мы сейчас по другой гора сверху. А тут улица Инженерная пересекаем. Вот тут инженеры. Слева гора. Инженеры, да, вокруг ходить. Тут, скорее всего, после бомбежки. Да, не говори. После бомбежки. Это рудники. Нет, видите, куда? Сваливали снег тут. Ага, тут бы уже океан был. Там был не вокруг. Один айфон, наверное, в этой куче, представляешь? Все честные где-то, наверное, скорее всего, поэтому. Гостиница даже. А, какая-то. Так мы выйдем сейчас вон на кольцо на Грессовское и там в этот. Вот это налево поедем. И лента там этот самый. Я в Сургуте вообще плохо ориентируюсь, особенно... Да вот я этот... здесь как рыба в воде, ты знаешь вообще, если б не навигатор бы я вообще, он меня только путает. Это ужас. Здесь Вавилон сейчас слева должен быть. Кто здесь без навигатора, вообще бесполезно что-то искать или просто ездить. Боже, спасибо этим людям, которые придумали навигаторы. Мы можем путешествовать вообще. Здоровья вам крепкого на долгие годы. Интересно, они еще живы? Навигация-то давно придумана. Спасибо нелицензионным картам. И тем, которые взламывают эти карты. Ну, то кто-то же это тоже, да, так придумывает. Так себе вообще не позволишь себе купить. Там овощная база набрала, да, мы ездили там, где обвешивают ящиками. Черный мост. Вроде бы, да? Правильно? Туда? Наверное, туда. Уехать не можно разными окольными путями. Ну, я по вот этому фараону и кольцу. Как мы тогда купили? Что мы там купили? 17-килограммового ящика нам 26 насчитали. Это же надо 6 килограммов дурить так, а? Это тебе даже не 200-300 грамм. 6 килограммов. А чего вы покупали? А мы тогда делали помидоры, огурцы. Это закатывали салаты, да. Закатки. И так обманули. Ящиками покупали. Ну все, перцы делали, этот, аджику. Так это только на огурцах, а на помидорах тоже хорошо обвесили. Ну, у них весы с растянутой пружиной и вот показывают прямо больше там, что у тебя. Ну, а у нас тогда после этого мы кантер, конечно, купили, но мы больше и не ездили к этим. Смотри, дым такой белый. Контроль скорости. Ограничение скорости. 60 км в час. Куда ты вылазишь, а? Вылазит прям под машину. Мы сейчас в метро едем, да? Нет, мы сейчас в Богатырь едем. Ну это рядом, я имею в виду. Богатырь же рядом. Ну, лента, вон метро. Ну, я говорю, на углу же Богатырь. Который вот угорел, пожар был, да, его потом отреставрировали, отремонтировали. Вот это. Что? Блинчики будешь кушать? С клубникой? Да, тебе не дам. А руки вы не будете мыть? Нет, зачем руки мыть? GPS сопровождение активно. Так невкусно будет, когда руки помоешь. Кому салфетка нужна? Как же глисты? Как без глистов? А где йогурты наши? Там вон. Та уже точит. И что, вот эта половинка, да? Мама, тебе нужна салфетка?
вкусно. Вообще блаженство. Очень вкусные силиконовые блинчики. Ну перестань. Ты будешь вытирать руки или так? А, она с бумажкой ест. Ну, только капни вот сейчас на себя. На, держи салфеточку. Это, у тебя вон там бумажка. Где есть йогурты? Там такие вот. Лиза, это не надо йогурты, она не любит йогурты. Так, лишнее. Вкусно. А что мы этот стакан, не этот вот, свой стакан покупать надо и... Так, а ты что? Чернику? Я клубнику? Лишнее. Тебе больше холодно, как мы едим? Ну и что ж, да. Это наш. Особенно ты. Ханты-Мансийский автономный округ. А, да, мы поддержим отечественного производителя. Есть отдел специальный, произведено в Югре. Адрес: Ханты-Мансийский район, село Троица, улица Центральная. Это остров сам... Богдашинский. Ну вот из Богдашинки она говорила, мы брали в прошлый раз. Хмау, Ханты-Мансийский район, да, Троица. А, тоже это другое, то было это. Будем поддерживать отечественного производителя. Как сказали, все натурально. На севере тут тяжело выживает. С животным, представляете, корма все надо откуда-то везти. Хочешь поделиться со мной? Ну дай укусить. Быстрее, давай. Вот край. Я боюсь, как потечет на меня это джем. Ты ешь там. Ну я хочу попробовать, у тебя вкусный. Блинчики, так возьми, дай сделай. Так это сладкое, а у тебя не сладкое. Кто сладкое? У меня вкуснее. Вот это же сладкое. Я имею в виду с джемом, блин, а что ты не захотел с мясом? Ну ты тут целлофан? Да, смотри, я сейчас целлофаном съем. Ничего, выкатаешь. Вот такие блинчики. Я наступлю, там целлофан-то выйдет. Помнишь ту детскую собачку, на которой... Ну прекрати! Которая бегала... Прекрати, я говорю! От сосисок курка. Прекрати! Ничего не говори! Прекрати! Я уже этот, не хочу есть. Стоп, ничего не говори. Ужас. Какая тут клубника, силикон какой-то вообще. Прекрати, говорю. Я боялась, что будет растекаться, оно даже вообще не течет, смотри. Я тебе говорю, что силикон не это не течет. Ну вкусный силикон. Смотрите, блинчики с клубничным джемом. А, у меня еще йогурт клубничный. После него даже жопой надо будет вытирать, он так будет выходить. Люди угорать тебя будут, блин. Я вырезать это не буду. А то люди по-другому думают. Все только стараются быть культурными, а так все то же самое все. Ну разваливается все. А то нам ребусы решает со своим роллом. Чикен магнатинца или как он там. Поел же ведь дома, чтоб не есть тут, а? Время 4:00, как это? Надо ходить так наедым, что вообще, а чтоб так. Так 4:00 дня. Нехватка кожи, чтобы было. Завтракали в 8 утра. А, подожди, ты пришел, что-то ел. А, я яичницу, ничего себе, это я ничего не ела. А я ничего не ела. Я смотрю, уже в боку не болит после яичницы. Уже оно туда ниже боли ушло. Вкусные блинчики я тебе купил. Вот, спасибо. Накормил. Ты купил? Ну, вообще-то я купила. Я же в ленте хотел идти посмотреть. Закрывалки, но сейчас в метро посмотреть.
метро надо. Что нам надо было? Чебуреки. Да, я хотела чебуреки посмотреть. Там вкусные чебуреки. Замороженные. Парил и кушаешь. Так, на всякий случай, чтобы были дома. Дежурный вариант. Удобно. Вот, 359 грамм, 160 грамм ты съела, и вот 300. Или калории посчитай. Там написаны калории. Угу. Ну, то есть, чтобы их сжечь, нам надо, короче, сейчас выходить домой уже, пешком идти. Пешком идти, да? Угу. Ну, и когда мы дойдем, мы уже будем весить килограмм по 50. Но мы сегодня не дойдем, мы не дойдем. Дойдем, будем бежать там местами. А человек с какой скоростью средней идет? 10 км в час, по-моему? Идет? Да. 10 км в час? 5. Но если питбуль сзади, то быстрее. 5 км в час человек идет? Так мало. Это средний, кто-то и меньше может идти. Так медленно? Да. Часа 20 километров. Нам тут этот самый идти всего лишь 12 часов. Я говорю, сегодня не придем. 3 часа ночи будем дома. Будем спать как убитые. Неделю, блядь, спать будем. Ты не забывай еще, как бурлаки на малой машину тащить за тобой. Тогда ты точно, у тебя и глаза поупадают, не только щеки. Кто будет похудеть, да? Не, ну если хорошо лозиной лупить, то быстрее дойти. Блин. Блин в волосы. Блин-блин в волосы. Блин йогурт в волосы. А получилось, что блин-блинский. В том этот самый, да, молодой человек, помоги бабушке, там упало у нее что-то этот самый, тот посмотрел на нее, взял ее, согнул бабушку, там бабушка не гнулась, хрустнула что-то в нее, спасибо, милок. Да не за что. Ты мне дашь, и сам поел, а мне поесть не дает. Это дочь культурная, наша дочь. Культурный сын уехал, теперь осталась культурная дочь у нас. Мне недолго осталось. Что, тебе не должен жить, что ли, или что? Херню какую-то ляпнула. Мне недолго осталось. Так прискорбно звучит. Там, кстати, теперь подлокотник опускается, вот эти открываешь, ты это сам вообще опускается вот вещь, теперь столик, вот попробуй. Выбрал. Ты даже не знать не. Куда ты на яйца не ложи это? Ты что за всякой фигни смеешься? Открывай. Не ссы. Что ты делаешь? Вот это вот, да, вверх. А ты с чего смеешься? Что ты делаешь? До конца этот самый поднимай. Рвется. Куда ты? Вот эту, да. Ну, видел, что он так делает. Не засовывай, пусть пальцы даже слезут, эти ногти засовывай. А тебя мукбанг в сургуте у нас под лентой. Тянешь, нет. Не боишься, да? А эту туда засунул. Смотри, вот, да, стаканчик, это вообще вестер. Король. Ну, смотри, это туда руки засовывай, да, вот так вот. Руку засовывай туда. В другую. Та шире, другая. Нет, одинаковые. Но оно не под такие бутылки, под стаканы же. Кулаки туда засовываются из кулак. Машина управляется. Смотри, ребенок как ребенок, не накрашенный, да, смотри? Они вот это, эти ногти, смотри, чтобы побольше козявок зачерпнуть, да, смотри? Видела ногти у них? Мама, не вставляй ничего вообще. Ну, что вы... Такое не существует. Зачем мне это дала? Можешь выходить с метра и выкинуть. Держи.
ты обратно? Да. Можешь? Хочешь йогурт допить? Я уже напилась. Нет. Я съела огурцы соленые, какой йогурт? Я так один раз повелась на вашу лоб. Не хочу. Сейчас везде туалеты есть. А вы меня подождете? Классная штука. Смотри, какие классные кожаные сидушки. Так, аккуратно, тут йогурт. Ну тут и затяжки пооставаться могут, нифиг делать, да? Иди. Вообще. Нет, затяжки на этом не остаются. Все. Царапульки на этой хрени осталось. Так, все, поехали. Поехали. Едет. Кого? Ну, еще я не допила. Йогурт. Вот так не допила. Йогурт. Сани. Вон лента. В метро поедем. Вот сам поел? Ешь, я тебе что, сорта вырываю. Камера упадет сейчас. Как я так могу пить? Меня трясет. Тут буквально сожрали это переехать. Как стоят все, смотри. Да, хотят, как и стоят.